На вооружение белорусской армии поступили 6 новых вертолетов Ми-8 МТВ-5. Это вторая часть контракта, который был подписан с представителями холдинга «Вертолеты России». Новая авиационная техника повысит уровень боевой подготовки вертолетчиков, усилит охрану воздушных рубежей Беларуси, а также станет частью единой региональной системы противовоздушной обороны союзного государства. Вертолеты освоены, экипажи доложили, что перегонка выполнена штатно, все работало штатно, это радует. Причем оборудование вертолета позволило выполнить полет, скажем так, в непростых, сложных метеорологических условиях. Несмотря на внешнюю похожесть этого вертолета на простой Ми-8, это все-таки вертолет следующего поколения, благодаря своему оборудованию. МТВ-5 – это улучшенная модификация вертолета Ми-8, которая оснащена современным комплексом пилотажно-навигационного оборудования, специальной техникой ночного видения и системой беспарашютного десантирования. Машины могут применяться для выполнения боевых и транспортных задач.